Лайфхак! Допустим, мы возвращаемся с магазина с хлебушком, за которым нас послала мама, и вдруг неожиданно на нас напал бандит! Гони сюда булку хлеба! О-о-о, вот это неожиданный поворот! Но не будем паниковать! Во-первых, медленно поднесите булочку ко рту и откусите! Кому захочется стырить откусанный хлеб? Мне! Еще более неожиданный поворот! Тогда воспользуемся вторым вариантом! Кладем булку хлеба в пакет! Теперь делаем вид, что хотим чихнуть, и в это же время наносим пакетом удар по бандиту. Вот и все, противник обездвижен, а у вас есть время взять руки в ноги и бежать!